15 января состоялась открытая сессия Совета депутатов в Новодмитриевском сельском поселении. В ходе работы Елена Шамраева рассказала об исполнении бюджета за прошлый год. С начала года отгредировано и отсыпано более 15 километров дорог. Уложили новый тротуар возле школы и детского сада. Проводили чистку кюветов. Осуществляли покос травы вдоль дорог. Изготовили техпаспорта на 10 улиц. Продолжим чистку кюветов. Подготовим документы для участия в программах по капитальному ремонту улиц с асфальтовым покрытием «Красная», «Горького» и другие. Одна из приоритетных задач – благоустройство поселения. Ведутся работы по обновлению аллеи парка, отремонтирован фасад Дома культуры, установлены новые скамейки. Кроме этого, ликвидированы стихийные свалки, частично заменены водопроводные трубы. Проведена замена более 30 ламп уличного освещения в станице и на хуторах. По просьбе жителей установлены светильники на улице Речной, Красной, Шверника. Аллею в парке украсили светодиодной подсветкой. Установили 3 детские площадки. Провели реконструкцию футбольного поля. Активно работает депутатский корпус. Депутатами рассмотрено более 140 вопросов, в частности, об утверждении плана развития поселения. Те вопросы, которые связаны с благоустройством, или какие-то личные вопросы, я прошу жителей проявить инициативу и приходить на встречу с депутатами. Тогда совместными усилиями мы сможем что-то решить в Пензе. По-прежнему актуален вопрос о качестве водоснабжения. Заместитель главы Северского района Марина Наумейко подчеркнула, что проблема будет решена поэтапно. Вы уже второй год подряд меняете сеть. Вы начали этим заниматься под руководством главы поселения. По решению депутатского корпуса выделяются на это средства и идет замена. На самом деле, даже уже тот факт, что сегодня вопросов гораздо меньше, чем обычно их бывает, говорит о том, что работа идет своим чередом и ходом совместное главы поселения, администрации, депутатского корпуса и, конечно, с жителями Новодмитриевского поселения. Также в рамках диалога с активом поселения поднимался ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшей перспективе.